немножечко провалилась. А пайетки уже забрали, наверное, себе на новое платье к Новому году. Новая городская достопримечательность подверглась нападению вандалов. Помимо разбитого корпуса, жители города регулярно пытаются унести с собой часть оформления на память. Конструкция из объемных букв с патриотической надписью стоит на площади с 29 сентября, и подрядчику уже не раз приходилось ее восстанавливать. Инсталляцию «Тугрыла Темирта» установили и приурочили к 75-летию города. К сожалению, не прошло и двух недель, как наши граждане уже повредили конструкцию. Акиматом города Темиртау направлено отношение управления полиции для установления и привлечения к ответственности виновных лиц. Объекты благоустройства в городе не слишком приживаются. На новых лавочках появляются надписи маркером, скульптуры разбиваются. Даже остановочным павильонам не везет. Между тем, власти города надеются, что темиртауцы научатся ценить городскую красоту. Дорогие темиртауцы, уважаемые наши жители, горожане, гости города, просим бережно относиться к объектам благоустройства, поскольку это все делается для вас. Это касается не только инсталляции «Тугрыла Темиртау», которая пострадала, да? Это касается и детских площадок, которые устанавливаем, это касается и каких-то спортивных конструкций, сооружений. На установку конструкции из городского бюджета было выделено 5 688 тысяч тенге. Подрядчик ИП «Зейтенова». Гарантия – 1 год. Светлана Лебедева, Сергей Баданин. Новости Темиртау.